Вітаю вас! І знов з вами інформаційно-розважальна програма «Калейдоскоп», яка щиро бажає вам всього найкращого в новорічно-різдвяні свята. Та за традицією, перший в новому році випуск розпочинає в Одеському музеї нумізматики, який саме на початку січня святкує свій день народження. История этого удивительного места насчитывает уже 10 лет. Именно столько времени прошло с тех пор, как в нашем городе впервые открылась постоянно действующая выставка монет, вызвавшая огромный интерес у одесситов различного возраста и разных профессий. А уже ей стал обязан своим рождением гостеприимно распахнувший двери 1 января 1999 года первый в Украине Одесский музей нумизматики, аналогов которому и по сей день во всем мире существует буквально единицы. Уникальная экспозиция этого музея вряд ли сможет оставить кого-то равнодушным. На стендах и витринах представлены бесценные раритеты и редчайшие ценности, старинные и современные монеты, подобно машине времени, позволяющей перемещаться в любую историческую эпоху. Вот и мы, встретившись по традиции в первые дни наступившего Нового года с сотрудниками музея нумизматики, прониклись идеей перемещения во времени и обсуждали не только новые планы и проекты, заглядывая в будущее, но и с удовольствием вспоминали о достижениях и радостях года минувшего. Как и в предыдущие годы, работа коллектива Одесского музея нумизматики велась по нескольким направлениям, главным из которых было и остается выставочно-экспозиционная деятельность, основной вид деятельности любого музея. И в течение прошедшего года было организовано 25 выставок, большинство из которых были тематическими. Естественно, с профилем нашего музея тематика большинства выставок была нумизматика. Наиболее интересные выставки, я имею в виду те, которые получили наибольшие отклики, положительные отзывы у посетителей, были затем выложены на музейном сайте, установлены в сети интернет. К ним относятся такие выставки, как древнейшие формы денег, которые существовали на территории Украины с античных времен, редкие монеты Северного Причерноморья, первые деньги Киевской Руси и державы Украина. Все эти выставки выложены в интернет-варианте в трехязыковых версиях таким образом, что любому пользователю, любому любителю древней истории будет удобно зайти и ознакомиться с музейными экспонатами, с его шедеврами. Параллельно с основной экспозицией музея, как уже было замечено, на базе частных собраний в его зале проходят и другие интересные выставки, позволяющие посетителям знакомиться с самыми разнообразными предметами коллекционирования. Если вы заглянете сюда сегодня, вы сможете узнать историю бумажных денежных знаков, имевших и имеющих самое непосредственное отношение к нашему государству. В России впервые появились бумажные деньги при императрице Екатерине II в 1769 году. Тогда бумажные деньги назывались в Европе ассигнатами, а в России ассигнациями. Эти бумажные деньги, конечно, немножко были не равноценны с серебром, которые до этого ходили. Так курс, например, 1 рубля ассигнациями, вернее, 1 рубля серебром приравнивался 4 рублям ассигнациями. Как известно, впервые Украина провозгласила свою независимость в 1917 году.
Но поскольку одним из признаков государственности является стойкая денежная система, 1 января 1918 года свет увидела первая украинская купюра, получившая в народе шуточное название «яешня». В дальнейшем Украина выпускала в обращение гривны и карбованцы, которые параллельно использовались на ее территории вплоть до 1919 года, то есть до введения единых советских денежных знаков. Ситуация в стране была такая, что доставить деньги из центра на окраину не было никакой возможности, потому что там где-то были белые, где-то были красные, где-то были бандиты всякие, и в каждой деревне была своя власть, и не было возможности доставить деньги по регионам. Поэтому жизнь не могла остановиться, внутригородской рынок должен был работать, и каждый город выпустил свои частные деньги. То же самое выпустила и Одесса, выпустила свои бумажные деньги и бумажные копеечки, которые ходили практически до 1923 года, хотя советская власть установилась в 1922 году, но они ходили до 1923 года, пока рынок не был насыщен со знаками из Москвы. После распада Советского Союза украинское правительство первым из стран СНГ подкрепило суверенность государства выпуском пусть и не совсем удачных, но собственных денежных знаков. А уже в сентябре 1996 года в Украине была вновь введена в обращение гривна. Дизайн купюр различных номиналов за годы их существования неоднократно менялся. Но в любом случае, сегодня наша национальная валюта отвечает по своему качеству и техническому уровню всем мировым стандартам. Дорогие одесситы, поздравляю всех с новым 2007 годом и Рождеством Христовым. Мы с вами перевернули еще одну страницу нашей жизни и стали на год умнее, на год мудрее. Всем желаю хорошего здоровья и благосостояния в семье. Всем желаю исполнения своих желаний, даже тайных, планов, мыслей и достижений самых лучших своих результатов. Число друзей Одесского музея нумизматики невероятно увеличивается с каждым годом, благодаря чему и мы открываем для себя новых интересных людей. А затем, конечно же, с удовольствием знакомим с ними и вас. Буквально накануне Нового года была проведена замечательная яркая выставка работ самобытного одесского художника, мастера, автора новой технологии перегородчатой эмали при изготовлении икон и других христианских символов Николая Полякова. Николай Поляков – автор новой технологии, которая получила хорошие отзывы и благословения со стороны Украинской Православной Церкви. Его работы выставлялись в Киево-Печерской лавре, на многих выставках в различных городах Украины. И нам приятно, что выставка работ этого интересного самобытного мастера была приурочена как раз к новогодним праздникам, к Рождеству Христову, поскольку основная тематика его работ именно посвящена духовности, посвящена религиозным традициям украинского народа. Возрождение этих долгое время стиравшихся из памяти народа традиций в наше время, пожалуй, как ни в какое другое, очень важно. И слава Богу, что рядом с нами есть наделенные искрой таланта люди,
верно определившие свое истинное предназначение. Я 25 лет отдал флоту, и когда развалилось все, развалился Советский Союз, все разбежались по своим квартирам. У меня была очень ответственная работа, и я как-то жене сказал, 25 лет – это четверть космического века, я 100 лет не проживу, я устал. Я ушел на берег. Но в связи с тем, что я очень много видел красоты в своей жизни, и, может быть, потому что я человек творческий, я начал разрабатывать свою хэ-технологию. И в 95-м году я получил хэ-патент на изобретение. При том, что интересно, я первый перевернул зеркальное изображение, нанеся его на прозрачный материал, о чем даже не думались американцы, когда зачтили в 73-м году металлографию. Они наносили прямое изображение, я его перевернул зеркально. И начал выполнять в этом направлении свои изделия. Но в 2000 году мне подтвердили 20-летний патент. И лишь только в 2002 году, когда на Украине появились новые сверхмощные офсетно-цифровые машины, я разработал свою хэ-технологию, которую назвал «перегородчатая эмаль в полиграфии». Искренне восхищаясь работами Николая Александровича, невольно задаешься вопросом, неужели вся эта красота действительно создана человеком? Принцип вкратце. На золотую пластину напаивают под заданным узором проволоку. Платиновую или серебряную – все требования авторства. В сегменты заливают жидкую эмаль, потом это обжигается в печи и после обжига полируется. Полируется до тех пор, пока эта проволочка не проявится. Что же я сделал на этих новых машинах? Новая машина имеет вот икона. Это икона призывного смирения. Новая машина имеет возможность в данные сегменты, которые нам нужны для просвета, они зашифрованы, все остальные сегменты. С сепарацией белила, то есть слои хибелила от 1 до 12 слоев. За счет этого у нас играет только то, что мы считаем необходимым. Все остальное закрыто. Так вот, в связи с тем, что у православных лик должен быть чистый, он не должен играть. Допускается украшение окладов, одежды. Лик должен быть чистый. Поэтому я не трогаю тело, я не трогаю иконы, я только могу украсить лик. Иконы в удивительных ризах и окладах. Они задевают какие-то невидимые струны в душе даже тех из нас, кто еще не отыскал свою дорогу к Богу. И как пчела, привлеченная яркой красотой цветка, летит к нему и внутри собирает нектар, так и мы, будто привороженные эстетической прелестью этих произведений искусств, может быть, впервые в жизни всматриваемся в лики святых. Дорогие одесситы, поздравляю вас с праздником, с Новым годом, с великим праздником Рождества Христова. Желаю вам счастья, здоровья. Пусть у вас достаток и здоровье будет в вашем доме. Удачи вам в учебе, в труде. Красиво прожить свою жизнь. В эти праздничные дни в зале Одесского музея нумизматики работает еще одна выставка. Она знакомит посетителей со старинными новогодними и рождественскими открытками. Большинство этих незатейливых посланий, в каждом из которых заключена частичка души отправителя, датируются началом прошлого столетия и являются удивительно трогательным приветом из прошлого. Ну а первым, кому пришла в голову эта блестящая идея, был английский художник Добсон, нарисовавший пробную серию таких открыток в конце 18 века. Популярность новогодне-рождественских почтовых поздравительных карточек была необыкновенной. Со временем открытки стали не только средством общения, но и предметом коллекционирования, благодаря чему, прекрасно сохранившись, дошли до наших дней. К зимним праздникам на открытках изображали самые разнообразные сюжеты.
очаровательные детишки, пухлые ангелы, заснеженные домики, композиции из еловых веток и цветов. Неизменными оставались лишь наилучшие пожелания на обороте и надписи «С Новым годом» и «Счастливого Рождества». Дорогие одесситы, разрешите поздравить вас с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым и пожелать, чтобы искренность, уважение и доброта всегда присутствовали в окружающих вас людях, а энергия семейного тепла всегда придавала вам большую энергию для достижения всего вами задуманного. С Новым годом, с новым счастьем, доброты вам! Фонды Одесского музея нумизматики настолько богаты, что разместить все наиболее яркие, пользующиеся популярностью выставки одновременно в зале одного музея оказалось просто невозможно. И культурная сокровищница нашего города пополнилась филиалом музея. В самом центре Одессы открылась нумизматическая галерея, перед входом в которую красуется вывеска «Монетный двор». Здесь, помимо редких и уникальных монет, представлены керамические изделия Северного Причерноморья и раритетные предметы мелкой пластики Киевской Руси – кресты, лунницы, подвески и энкалпионы. Нашими основными и желанными посетителями были и остаются дети. Музей разработал отдельную программу внеклассной работы с учащимися различных учебных заведений. У нас часто бывают представители не только одесских школ, лицеев, но и студенты различных учебных заведений города. И мы практикуем в работе с молодежью, поскольку видим с ее стороны растущий из года в год интерес к изучению истории и культуры Украины. В работе с молодежью у нас применяются различные формы. Кроме встреч, бесед и экскурсий на площади головного музея, его филиала, мы также практикуем и выездные экспозиции, выездные выставки и встречи с учащимися по месту их учебы. Являясь гордостью нашего города и одной из его достопримечательностей, Одесский музей нумизматики включен во все путеводители и карты Одессы. Он продолжает оставаться народным, поскольку вход в него по-прежнему бесплатный для всех гостей. А юных посетителей музея ожидает не только познавательная экскурсия, но и необычные подарки и сувениры. Дорогие мои, поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю вам всем огромного счастья, крепкого здоровья и успеха в работе. Пусть ваша звезда засияет еще ярче, и будьте счастливы. Поздравляю вас всех. Зараженные энтузиазмом и собирательским азартом, сотрудники музея, проводя очередную увлекательную экскурсию, надеются, что кто-то из их посетителей и сам приобщится к коллекционированию, пополнив дружные ряды по-настоящему увлеченных людей. Другой важной областью музейной деятельности продолжает оставаться научно-исследовательская и публицистическая работа. Поскольку музей, который не проводит постоянной научно-исследовательской работы, не публикует ее результаты, справедливо называть выставкой, экспозицией. А благодаря именно этому виду музейной деятельности музей становится авторитетным, известным
научным центром. И в течение года в этом направлении проводилась большая работа. Продолжались публикации новых результатов, новых нумизматических памятников в нашем печатном органе «Вестники Одесского музея нумизматики». В 2006 году было осуществлено 4 таких выпуска. В 22-м номере «Вестника» были опубликованы редкие монеты, монеты подражательные, выпущенные в период черняховской культуры. После этого были выпуски редких и уникальных монет городов Ольвии и Тиры из частных собраний коллекционеров Одессы. И последний номер, который вышел буквально в канун 2007 года, был посвящен монетам с редкими штемпелями сторон, выпущенных в Боспорском царстве на рубеже веков и в первые века уже нашей эры. Научно-исследовательская деятельность музея, благодаря собственным музейным изданиям, действительно доступна широкому кругу, как любителей, так и специалистов, нумизматов и историков с мировым именем. Наибольший интерес в научных кругах вызвала работа, посвященная варварским подражательным монетам периода черняховской культуры. Здесь я вижу две причины, которые определили этот интерес. Во-первых, черняховская культура – это была предшественницей Киевской Руси, и тема эта достаточно освещена, я имею в виду нумизматика черняховского региона, еще достаточно слабо освещена нумизматической науке. Поэтому каждая новая публикация вызывает значительный интерес. А вторая причина – то, что по качеству научной информации эта статья, безусловно, отличалась новизной и насыщенностью. И не случайно несколько запросов, которые мы имели из Харькова и других городов Украины, от начинающих научных работников, аспирантов, соискателей на научную степень, касалась просьбы оказать помощь с отправкой нашей литературы для того, чтобы она в конечном счете могла быть использована в их научных работах, диссертациях. И в ответ мы получили благодарность. Разноплановая работа музея неоднократно достойно оценивалась и отмечалась руководством местной власти, а также Национальным банком и Верховной Радой Украины, что, конечно же, стимулировало его сотрудников к принятию новых решений и созданию новых проектов. В 2006 году была начата работа по написанию нашего второго печатного органа, литературно-художественного издания «Альманаха». Эта работа рассчитана на 1,5 года, и мы планируем к сентябрю 2007 года этот сборник сдать в печать. «Альманах» – это литературно-художественное произведение, состоящее из нескольких десятков статей, посвященных древней истории Украины. И периодизация «Альманаха» начинается с истории античного Северного Причерноморья и дальше по периодам черняховская культура, период Киевской Руси и уже вплоть до начала и завершения национально-освободительной борьбы украинского народа под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несмотря на то, что все очерки, все статьи, которые будут включены в «Альманах», являются произведениями художественными, тем не менее, каждая статья несет
достаточный объем и научно-познавательной информации, поскольку кроме исторических источников, на которые ссылаются авторы в своих статьях, история Украины преподносится весьма оригинальным и интересным образом. Она раскрывается с помощью нумизматических памятников. Ведь иногда случается так, что монеты становятся единственным историческим источником, готовым беспристрастно поведать нам о людях и событиях того времени, когда они были отчеканены. Достаточно большое внимание уделялось еще одному важному участку в музейной работе. Это развитие наших проектов, познавательных, телевизионных, интернет-проекта. И в частности, в 2006 году дважды происходила модернизация нашего музейного сайта и наполнение его новой поступающей научной информацией. На нашем ресурсе была размещена информация о последних научных статьях, опубликованных монетах в наших вестниках. И следует сказать, что на сегодняшний день наш ресурс настолько разросся, что уже даже счетчик нашего сервера, который учитывает количество заходов, посещений музея, начинает зашкаливать и частенько даже срывает. Это говорит о том, что объем нашего музейного ресурса достаточно высок. К концу года, проверяя статистику работы нашего счетчика, я убедился, что средняя посещаемость за месяц составляет около 15 тысяч человек. Причем пользователи нашего ресурса находятся в различных уголках земного шара, на разных континентах, включая такие отдаленные районы, как мелкие островные государства Тихого океана или Карибского бассейна. Ну а мы, пользуясь случаем, в рамках совместного телевизионного проекта «Клуб филопутешествий» хотим пригласить вас отправиться в новое увлекательное плавание вместе с нашим парусником «Хобби Стар». Продолжая наше путешествие, сегодня мы посетим еще одно государство Юго-Восточной Азии. Оно занимает восточную половину острова Тимор и носит официальное название Демократическая Республика Тимор-Лешти, или проще Восточный Тимор. Восточный Тимор долгое время был колонией Португалии, начиная с конца 16-го столетия вплоть до 1975 года, когда в результате революции, демократической революции, которая произошла в Португалии, распалась ее колониальная система как в Африке, так и в азиатской части мира. И в конце ноября 1975 года Восточный Тимор в одностороннем порядке провозгласил свою независимость. Была создана Демократическая Республика Восточного Тимора. Но насладиться независимостью народ Тимора было суждено недолго. Через 9 дней Индонезия, мощное государство, которая не хотела терпеть такого своеобразного независимого анклава на своей территории, вела войска на территорию Восточного Тимора и объявила его 27-й провинцией в своем составе. Следует сказать, что население Тимора и по своей этнологии, этнографии,
и по своей культуре и истории отличается от остального населения Индонезии и достаточно кардинально. Титульным племенем народа Тимора является племя Тетум. И по вероисповеданию тиморцы в основном католики, поскольку многие столетия находились под влиянием португальских католических миссионеров. В то время как основная часть населения Индонезии является мусульманами. Индонезийское правление, длившееся 27 лет, было отмечено чрезвычайной жестокостью и насилием. За эти годы, по имеющимся данным, погибло от 100 до 250 тысяч человек, при общем населении во время вторжения около 600 тысяч. Но волю народа к независимости сломить не удалось. На референдуме 1999 года население Восточного Тимора проголосовало за суверенитет, и 20 мая 2002 года было провозглашено новое независимое государство. Однако обстановку в нем и в наши дни сложно назвать стабильной. Продолжаются беспорядки и даже вооруженные столкновения, в сдерживании которых принимают участие миротворческие силы ООН. Восточный Тимор, как независимое государство, имеет свою национальную валюту. Эта национальная валюта носит название патака, и ее мелкой фракцией являются разменные монеты под названием аво. Одна патака разменивается на 100 аво. По нынешнему курсу один американский доллар приравнивается примерно 1000 восточно-тиморских патака. Национальная валюта Тимора выпускается в двух исполнениях, как бумажные деньги, банкноты, так и металлическая монета. Первые банкноты здесь появились еще в 1910 году. Монеты появились гораздо позже, после окончания Второй мировой войны. На банкноте Тимора достоинством 20 эскуда, которая до сих пор используется в обращении, несмотря на то, что была выпущена еще во времена колониальной зависимости острова от Португалии, лицевую сторону украшают портрет одного из вождей племени Тетум и герб метрополии. На ее обороте можно увидеть герб самого государства. Первые металлические деньги, монеты, которые появились на Тиморе после Второй мировой войны в 50-е годы 20-го столетия, они предназначались исключительно для обеспечения денежного обращения страны. Коммеморативных монет Восточный Тимор еще не выпускал. На аверсной стороне серебряной монеты достоинством 50 аво, выпущенной в 1951 году, изображен герб Португалии и указано название страны. На реверсе можно увидеть номинал денежной единицы, год ее выпуска и упоминание о колонии Тимор. Почтовая служба Тимора начала свое развитие еще в 80-е годы 19-го столетия. И первыми стандартными марками, которые применяла почтовая служба Тимора, это были стандартные выпуски другой португальской колонии, Макао, расположенной в Китае. Но на марках Макао делалась надпечатка черного цвета с указанием названия колонии Тимор. А в 80-е годы, в конце 80-х годов 19-го столетия, на Тиморе появились собственные марки с портретами португальского короля Карлоса I. И на них уже наносилось название Тимора. В 1892 году, когда в мире праздновалось 400-летие открытия Христофором Колумбом нового света Америки, на Тиморе была выпущена также серия коммеморативных марок, посвященных этому выдающемуся событию. В настоящее время Тимор выпускает собственную почтовую продукцию, которая приносит неплохой дополнительный доход казне государства. Поскольку подавляющее большинство верующих Восточного Тимора – католики, к основным достопримечательностям этого небольшого государства – отнести многочисленные старинные католические храмы и соборы,
узнать о которых больше вы сможете, побывав в Одесском музее нумизматики, где работает клуб филопутешествий. Вас ждут по адресу: улица Греческая, 33, телефон 725-02-77. Дорогие одесситы, поздравляю вас с замечательными народными праздниками, Новым годом и Рождеством Христовым. Именно с этих праздников начинается отсчет каждого нового этапа жизни каждого человека. Мне очень приятно, что такая счастливая возможность предоставляется мне поздравлять одесситов из стен Одесского музея нумизматики в 10-й раз. Именно столько, 10 лет, существует в Украине первый и единственный музей нумизматики. 10 лет – это и много, и мало. В жизни нашего замечательного города, имеющего богатую историю и традиции, 10 лет – это всего лишь кратковременный эпизод. Но тем не менее приятно видеть, как из года в год наш город хорошеет и украшается, достигает уровня хорошего европейского класса. 10 лет для коллектива Одесского музея нумизматики – это целая история. От полулюбительской нумизматической выставки за это время он превратился в авторитетный, известный далеко за пределами Украины научный и культурный центр. Его основная деятельность направлена на сбережение и изучение исторических и культурных памятников украинского народа. Мы будем рады видеть всех одесситов в стенах нашего Одесского музея нумизматики. Еще раз хочу поздравить вас, дорогие сограждане, соотечественники, с замечательными новогодними праздниками. Мы присоединяемся ко всем прозвучавшим сегодня теплым словам. И от всей души поздравляем Одесский музей нумизматики с днем рождения. Приходите и вы по адресу: улица Греческая, 33, и звоните по телефону 725-02-77. Сьогоднішній випуск програми «Калейдоскоп» добіг свого кінця. Творча група програми бажає вам гарних та веселих свят і сподівається, що наступного тижня ви знов приєднаєтесь до нас. До нової зустрічі! На все добре!